Всем привет! Сегодня мы ведем обзор на новые одевалки, и вы на канале Марина Плей. Привет-привет, я тоже здесь. Да, у нас сегодня наряжается наша русалочка Ариэль на разные обложки журналов. И нам нужно ее нарядить в соответствующую тему. Итак, первая кто начинает? Я! Сегодня первая начинает Марина. Давайте посмотрим, как она нарядит нашу русалочку. Первая тема у нас будет прогулка по городу. Так. Каре, так, футболка с бандочкой. Вот так. Ага. Теперь юбка какая-то. А может такая подойдет? Ну нет. Попробуй еще. Найди точку. Точку найди определенную, потому что в этой игре почему-то не сразу. Вот, наконец-то вот мы нашли точку. На которую лучше зеленая, вот такая. Да, такой комплектик. Да. Платье не то, аксессуары. Ну, вот такого вот миленького кролика в ванночку. Классно. Ну, еще сумку кролик. Сейчас, делают на определенная точка. Ага. А вон, вот так. Ну, это у нас Ариэль, значит, она гуляет по городу, и она очень любит животных. Ну, да. Особенно зайчиков, как я прямо. Да. Ну что, теперь моя очередь. Дальше. Да. Наряжаем. Так, у нас теперь какая-то морская тема. Я вижу яхты. Ладно, значит... Наша тема – прогулка на яхте. Здорово. Так, подберем ей прическу. Теперь можно платье. Какое-то легкое платье. Нет, что-то мне не нравится. Буду выбирать топы. Так, такой топ. Можно такой. Так, и посмотрим. О, и шортики. Как раз можно будет на палубе яхты подзагорать. И остались аксессуары. Обязательно нужно в море очки. Значит, глазкам будет больно. Так, и, конечно же, сумочка. Все, моя модель готова. Теперь, Марина, твоя очередь. Договорились. О, какая-то тема музыкальная. Давай посмотрим. Да. Нажимай. Так, нажимаю. Так, убирай рекламу. Да. Ага, наша Ариэль певица. Да, я сделала ей вот такую интересную прическу. Угу. В этой игре как-то не с первого раза получается нажать на нужную картинку, так, чтобы она сразу встала. О, поющие коты. Да, грубо как бы поющие коты, да? Да, и джинсики нужно подобрать. Так, надо найти тут определенную точку, а вон пошла. Теперь... И остались аксессуары. Выберу микрофон только. Ну, конечно, она же певица. А не кто-то другой, да? Да, все. О, видишь, как мы быстро справляемся. Так, это готово. И еще... Ой, у нас какая-то еще одна тема. Сейчас посмотрим. А, это у нас кафе. Значит, Ариэль посетительница кафе. Сделаем ей легкую прическу. Оденем ее... Вот так. Ну-ка, платье какие у нас? Нет, платье что-то я не хочу. Аксессуар. О, можно выбрать бокал, телефон, сумочка. Сумочка обязательно. И бокальчик с каким-то коктейлем будет освежающим. Все, моя модель на обложку журнала готова. Следующее. Это я. Ой, какая-то летняя. А, летняя звезда. Какая-то звезда. Солнечная звезда. Значит, у нас должен быть, наверное, точно летний день. Да, тема прогулка по саду. Угу. Вот так. Четко нашла. Так. Легкая футболочка. Да, легкая. Так. Юбочка или шортики? Ну, шортики. Вот такие шортики. Ага. Легенькие. Платье не то. Аксессуары. О, смотри, класс. Давай лучше напиток и этот. Напиток и этот. Как его там? Нажимай, ищи точку. О, вот все. Это у нас наушники. Да, с плеером. Наружном. О, да, музыку слушает с телефона. Да. Ну все, модель готова. Летняя тема у нас закрывается. Это
Солнечно. О, а мне досталась русалочка. Я буду сейчас наряжать русалку. Морская тема. Все понятно. Продолжаем. Итак, прическу. Ну, прическу менять не будем. Пусть остается эта классическая. Так, теперь выбираем топ. Ой, мне нравится вот этот. Прям такой красивый зеленый. Так, теперь... О, это хвостики. Вот этот вот нарядный такой хвост. Приходится искать точки, несколько раз нажимать, чтобы можно было использовать нужный наряд. Так, и аксессуары. Должна быть, наверное, красивая корона. Так, нет? Вот, вот это самое то. Итак, закончили с русалочкой. И смотрим, что у нас получилось. О, еще есть один журнал. Так, посмотрим. Теперь Марине на очередь. Сейчас посмотрим. Опять тебе реклама досталась. Ну да. О, это уже какой-то вечер. Это надо свидание. Может, свидание? Да. Надо, значит, нарядить ее в какой-то вечерний наряд. Может, такое что-то? Ну, давай посмотрим. О, или вот нет, такое. Это какое-то днем веселое, да. Да. Вот, ну, это быть... вообще кудряшки, да? Ну, вот укладка может быть такая, к какому-нибудь вечернему платью. Почему бы нет? Ну, мам, смотри. Надо найти тут определенную точку. Ага. Вот такую. Ну все, давай выбирай наряд. Я думаю, на вечер уже точно нужно платье. Да, ну, мама, мы вообще смотри, в платье никого давай не лучше одевали. Вот такое. Ну давай попробуем. Так, юбка нужна такая вот. Ну лучше вот. Нет, это точно нет. Это же свидание. Она же не пойдет в шортах на свидание. Да, что такое? Вот. И топ посмотри еще другой, подходящий по цвету. Нету подходящих. Черный. Такой, такой и такой вот. Ну, может, этот оставим, ну, с поясочком. Ну, давай лучше этот. Мне он больше нравится. Ну, как хочешь, давай. Ну, конечно же, ну, мама. Я сначала все осмотрю. Так. Ну, тебе долго придется точки искать, чтобы каждую из этих аксессуаров примерить. Так, кошка не то. Давай какой-нибудь клатч ей выберем. Клатч вот такой. Ну, хорошо. Все, готово? Да. Хорошо. Интересно, сколько у нас еще впереди обложек? О, еще одна обложка журнала. Итак, смотрим. Тут тема прогулка по ночному городу. Итак, выберем ей. А давай мы ее уже блондинкой сделаем. Вот она у нас в рыжих каких-то тонах. Да. Подберем ей платьишко. Так, нет. А в платье вообще по ночному городу гуляют? Нет. Уже неудобно. Может быть, просто джинсы? Да. Так, и топ какой-нибудь другой немножко подберем. Ну, вот этот, например. Аксессуары. Что нам обязательно понадобится? Сумочка. Так. Это нам не надо. А бабочка у нас... Ой. Нет, бабочки ночью спят. Бабочка нам не нужна. Все, модель готова. Смотрим дальше. Ага, все, закончились модели? Да. Давайте просмотрим, что у нас получилось. Нажимаем на стрелочки. Да, сначала первую мою. Ну, это на зайка. Это яхты. Это у нас певица. Это у нас посетительница кафе. Это у нас летняя. Это морская русалочка. Это свидание. Это прогулка по ночному городу. Ну, все, мы молодцы. На этом одевалки закончились. Я больше не вижу, куда можно нам дальше идти. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Пока-пока!